Сегодня мы на площади перед гостиным двором установили двухметровую книгу, в которой иллюстрированы статьи Всеобщей декларации прав человека. Наша задача сегодня рассказать о том, что такое Всеобщая декларация прав человека, какие права человека существуют, и с помощью музыки, танцев, различных вокальных выступлений рассказать, донести, что есть такое право, право на свободу самовыражения. Сегодня мы предлагаем еще детишкам нарисовать рисунок, как они видят город, в котором права человека соблюдаются. И потом вот на обороте этой книги, на контур города Уфы, эти рисунки будут приклеены, и мы получим город, в котором права человека соблюдаются. Я пришла, потому что я проходила, и тут очень-очень весело. Я смотрю, тут очень много молодежи, музыка. И я считаю, что нужны действительно такие праздники, потому что у нас вообще классная молодежь, очень талантливая, тем более в Уфе. И не все знают на самом деле свои права. И такие праздники нужны, чтобы больше стимулировать молодежь, давать им поддержку, там, говорить, давайте, мы с вами, у вас есть права. Вот, поэтому очень здорово. Такие праздники, безусловно, нужны, потому что большинство людей не знает свои права. От этого получается очень много проблем. А такие мероприятия в такой легкой форме, с выступлениями, с танцами, с песнями, как раз очень доходчиво объясняет людям о значимости знания своих прав. Мероприятие в Уфе сегодня проходит в рамках грандиозной серии мероприятий, которые пройдут в 15 городах. А это называется «Марафон за мир и права человека». Он начался уже в Бишкеке 2 июля и пройдет в течение июля по всем городам СНГ. Потом в августе мы соберемся в Санкт-Петербурге на саммите по правам человека, где все активисты молодежи за права человека и наши гости соберутся в обсуждении тому, как лучше просвещать о правах человека.